стихотворение, с которого начались мои выступления. Я написала его в школе, это пьеса на три лица. Про любовь. То есть я сейчас попробую три человека показать. Любовь везде. Любовь везде. Любовь живет во всем. Весной, зимой и осенью, и днем. Она не носит образ, не имеет срока. Она не терпит лжи, обид, пороков. И каждый прославляет вновь и вновь великую, священную любовь. Ну, здравствуй, Лиза. Новости слыхала? На мальчик перешел из нового квартала. И что особенного в том? И что узнала ты о нем? Да как же, Лиза, как же? О нем полшколы говорит, так слаженно. Да что мне мнение полшколы? Скажи, что ты о нем решила. Лол. Но он так мил, катается на скейте. Если вру, то вы меня убейте. Красивый дом, да что мне дом? Ты говори о нем. Прекрасные глаза, мила улыбка. Он словно безупречная открытка. И сколько лет герою твоему? Причем тут возраст? Ладно, я пойду, постой же. Сколько ему лет? Скажи, или это твой секрет? Чего скрываешь от меня? Подруга лучшая моя. Ну, он помладше, но не в этом дело. Скажи же, как ты Лолу подарила? Его оставишь лишь на три годка, все ясно, ну тогда пока. Постой, его зовут Артур, нигде не встречала таких дур. Ребенок, он еще больный, Лолита, к нему дорога у тебя закрыта, ты лишь в игрушки сможешь с ним играть. Мне больше нечего тебе сказать. Темнеет, надо торопиться, ну а тебе пойти домой и полечиться. Лечиться? Нет, тебе пора лечиться, и что, я не могу теперь влюбиться, какая дерзость, что за поведение, ушла на порте, все мне настроение, какая разница, насколько он моложе, ведь это чувством помешать не может. Ой, кто здесь? Это я, Дурсов. Какой позор. Я мимо шел, услышал разговор. Знаешь, поздно я домой спешу, темно, позволь, я провожу. Ну, проводи, коль хочешь ты того. Хочу, поверь, не меньше твоего. И шли они вдвоем, держась за руку, как можно медленнее, чтобы оттянуть разлуку. Ведь сердце навсегда твердит упорно, святой любви все возрасты покорны.